Друзья, всем привет! Сегодня мы попробуем ответить на очень интересный вопрос, который интересует многих. Будет ли в iOS 15 свайп на русском языке? Меня зовут Максим, вы на канале Domino's Lounge, поехали! Итак, пришлось провести даже некоторое такое расследование, потому что изначально в iOS 15, когда была презентация на WWDC 2021, было в углу слайда написано, что, мол, будет поддерживать Quick Pass, а на русском эта функция называется «провести для набора», будет поддерживаться на большем количестве языков, в том числе и на русском. Поэтому все мы обрадовались, я думаю, все вы помните, что я прям очень активно на это реагировал на презентации, потому что свайп на русском языке — это действительно круто. Quick Pass Language, вы знаете, что это такое? Это значит, что свайп клавиатуры у нас с вами будет доступна на русском языке. Я ору, потому что многие этого просили. Но не тут-то было. Установив бету, мы сразу побежали проверять, что будет свайп, не будет свайп, и его, конечно же, там не оказалось. А вот дальше все начало только усугубляться. На минуточку быстрое напоминание, что если ролик вам понравится, то, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх, мне это будет очень приятно. И, конечно же, вот там внизу подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокол, чтобы классно ничего интересного не пропустить. Поможете мне подпиской, алгоритмы YouTube тоже вам скажут спасибо. Вам больше интересного и крутого контента, мне больше подписчиков и продвижения канала. Мне кажется, взаимовыгодная сделка. Так вот, спустя несколько дней после того, как мы с вами утвердились, что в первой бете у нас не работает, к сожалению, свайп на русском языке, Wylsacom выпускает свой ролик и говорит, что в принципе у нас его не будет, и это была все ошибка на слайде. Но, как оказалось, это ошибка в слайде. И сейчас информацию поправили, и этой функции для русской клавиатуры пока, походу, не будет. Черт возьми. После этого я захожу в обзор iOS 15 от Розетки, и Макс Хорошев говорит то же самое, что это была ошибка на слайде, никакого свайпа на русском языке нам не видать. Скорее всего, этого не будет в релизе. Apple говорит, что это была ошибка, и мы скоро это на сайте поправим, так что пока что никакого русского свайпа, к сожалению. Естественно, после этого в том числе мне стали писать люди, что, мол, как так? Ребята говорят, что не будет свайпа, здесь написано, что будет, кто прав? И действительно, на американском сайте Apple было написано, что вот, как бы, свайп на русском языке, все окей, все будет. И на русском сайте Apple тоже сейчас прям написано, что все будет, свайп на русском языке в том числе будет поддерживаться. Поэтому кто же здесь прав? Пришлось произвести некоторое такое расследование. Ну, давайте начнем с того, что на сайте Розетки они написали информацию спустя какое-то время, что свайп на русском все-таки будет поддерживаться. Кто-то спросил это в английской поддержке. Но я решил на этом не останавливаться и проверить вообще сейчас. Там же не только русский язык. Вообще доступен свайп на каких-то других языках, которые заверяла компания Apple, или нет? Сейчас будем с вами это проверять. Итак, Apple заявляет, что свайп у нас теперь в iOS 15 будет поддерживаться на больших языках, в том числе из них вьетнамский, нидерландский, русский, турецкий, хинди, на латинице и шведский. Чтобы это все проверить, я добавил эти все языки в клавиатуру, и мы с вами зайдем в настройки, здесь в поиске начнем вбивать. Давайте начнем, конечно же, с голландского, нидерландский, и здесь у нас свайп, как вы можете видеть, работает, все работает хорошо. Дальше посмотрим хинди на латинице, и вот вуаля, ничего у нас уже не работает. Дальше идем, давайте, свенска, это шведский, и шведский тоже у нас работает, то есть все хорошо. Идем дальше, это у нас, по-моему, вьетнамский тоже работает. И еще последний турецкий язык, на турецком тоже ничего не работает, соответственно, на русском тоже не работает. Получается, ситуация у нас 50 на 50, на половине языков это действительно уже работает, на половине языков это не работает. Но данный ответ, как вы понимаете, нас не устраивает. Поэтому прямо сегодня я написал в поддержку Apple на русском языке, в русскоязычную, и сказал, вот так-то, ребят, сейчас можете видеть на экране, у вас на сайте приведена информация, что свайп на русском языке будет, корректно это или нет. И мне действительно подтвердили, сказали, что да, эта информация корректны, и свайп на русском языке у нас с вами будет. Ура, возрадуемся. Единственное, осталось дождаться, когда это все завезут. Получается, это должны сделать к релизу, то есть в одной из следующих бет это добавят. Конечно же, как вы знаете, обзоры на беты у нас всегда есть, всегда самые быстрые практически в Рунете, поэтому если что, узнаете об этом одни из первых. Ну а если нет, будем очень сильно злиться на Apple и добиваться от них ответа, потому что, мне кажется, для такой большой компании это реально факап, и если где-то они там ошиблись, но вы либо потрите информацию, выпустите опровержение, а то ваша поддержка говорит, что все окей, причем и на русском, и на английском языках, у вас на сайте висит, что да, это будет поддерживаться, а по факту этого не будет, это будет как-то не очень, поэтому будем следить за ситуацией. Если же ролик понравился или был чем-то вам полезен, как я говорил ранее, поставьте
ему большой палец вверх, мне это будет очень приятно. Ну и надеюсь, что вот там вот внизу, если еще не нажали кнопочку подписаться, жмите обязательно, конечно же, и жмите на колокол, тогда YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового ролика, ничего интересного не пропустите. В комментариях внизу пишите, вообще ждете ли вы свайп на русском языке. Я знаю, что многие люди скажут, да нафига он нужен, есть же Google клавиатура, но Google клавиатура не всем удобная, многие любят стандартную клавиатуру iOS. Я вам признаюсь честно, даже если добавят свайп на русском языке, я вряд ли буду им пользоваться, потому что я прям такой ретроград и люблю в буковку пальчиком тыкать. Но я уверен, что для многих это будет реально круто, и многие этого ждут. Вообще, скорее всего, многие перейдут даже с Google клавиатуры на обычную, просто потому что появится свайп. В любом случае, внизу в комментах напишите свое мнение, с удовольствием с вами подискутирую. Конечно же, как обычно, вот эти два ролика специально подобраны для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, вот сюда куда-нибудь жмите, чтобы подписаться, собственно, на канал. А с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, ждем свайп, пока. We'll be right back.